народ не разбежался? Так за мне сделали отверткой, дремучей суетной и легкой. Анастасия, как зовут вашу дочку? Лена. Лена, а тебя как зовут, скажи? А нас зовут Василиса. Ай, 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 время любви пришло. Ай, 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 время любви пришло. Вот такая. Прекрасно. Спасибо большое. Грустит сапог над желтым небом, но впереди его печаль. Зеленых конвергенций жаль. Так жаль, вот еще. Помятый хлебом. Вот, а, знаешь, вот, 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 собачка. И у Васика тоже собачка. Ура! Был бы я весел, если бы не ты. Если бы не ты, моя родина, мать. Я тронулся поезд, на который ты и не попадешь. Выше Лихолай, выше Лихолай, выше Лихолай, лови Байконур. Недвусмысленно прост. Так, скажите, как зовут вас? А, Маша Даудова, если ты помнишь, Толя Азанов. Да. Вот прекрасно. С днем рождения вас. Сами знаете кого. Здравствуйте. Да. Ура. Дзынь. Thank you.
рождения! Всех с днем рождения! Ура! 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 И кое-как я умылся и почистил зубы, и потом я решил, что бриться мне я вышел и пошел, куда глядели глаза. Благо было светло, благо был уже день. Нужен тюнер. Я тебе могу дать до туля. Друзья, кто-нибудь поет еще, играет? Welcome. Нам не хватает выступающих. Уважаемые, давайте каждый по 10 своих любимых песен БГ. Споет. Коротенечко. Главное, что было. Я могу, конечно, акапелла спеть. Да, вот, вот, вот. У нас уже один акапелла поет, вполне нормально. Отлично. Давайте я пока выпьем, да. Да. Не могу просто. О, балалайку принесли. Дзынь. Ой, мужчина с новичок сейчас. А вы все пропустили, блин, да? Еще раз, еще раз. Вторая попытка. Опа! Боже помилуй полярника. Вот, этого вот не хватало. С их портретами пати, который греет их дом. С их оранжевой краской и планом на год вперед. С их билетами в рай. Уходящий подлет. И когда ты помилуешь их и воздашь за любовь и честь, помни дачу спирта и оставь их как они есть. Дзынь-дзынь, дзынь. Да, Весенский поток, просто господин, знает следы, все равно, почти готов, готов тебе петь, подожди. Как вдохновенно наполняет стакан мой друг-музыкант. Давайте! А что, попробуем? Попробуем. Надеюсь, да уйди у нас. О, дзынь, 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 дзынь. Что, бедарит? У меня опять видео пропало. О, Лёха! Лёха! Нет, я сейчас еще по чуть-чуть еще кого-нибудь пытаюсь пригласить. Мне до тебя не дойти. Снился мой сон, что я был принц, ангел и пень, но не веса. А я проснулся в черном теле, ездил и стрелял. Лёха, молодец! Я змея, я сохраняю покой, как ко мне ближе ты, узнаешь, кто я такой. Устал пить чай, устал пить вино, забыл все слова, кроме слова говно. 10 лет я озвучил фильм, но это было не мое кино. Кому-то обязан молчать. Да, что лучше книг, лучше картина приз, чтобы сельские леди и джентльмены продолжали свой утренний чай.
Жемчужные коза, тростник и лоза. Мы не помним предела, мы вышли за. Правильно, да. На обратном пути из Испании давай. А ты будешь в этот момент в Швеции. А Григорий поет акапелло. Вау. Да. А мы его очень внимательно слушали. Может, что-то споет? Григорий, можно петь все сначала, потому что первые два часа как бы были другие люди. По Волге, золотая орда, где в Волге барышни глядят с берега. От Казинской жилая вода, где мне кровь голубые снега. Вокруг него рассыпаны алмазы. Не целовался я с тобой ни разу, мой омерзительный безногий друг. Упреки я приму, но лишь тогда,
когда в Пагаузе затеплится вода. Немедленно думать о том, что делают. Думать о том, что делают. Кто делает, как тот, кто влюблен. Не плачь, мама, наша установка верна. Садовник внимательно следит за каждым корнеплодом на грядке. Мы знаем, что есть только два пути: жара, стафора или война. У нас два по всем наукам, но ботанику мы знаем на пять. Аквариумистические песни в расширенном варианте подразумевают исполнение того, чего звучало в «Аэростате». Мадрид, Мадрид. Вот виски со льдом, напиток с толпы, стол в зале в музее, а вот за стеклом у всех моих близких друзей. А я только встал на 5 минут купить сигарет. Пишет тексты, аккорды, песни, вечерний мудозвон, да, да. Я даже попытаюсь ему подпеть, да, да. А мы танцуем. Марина, а вы что-нибудь поете?
Я обычно читаю, говорю или еще танцую обычно. Я вот что я делаю. Я уже 4,5 часа его тут поздравляю. Да не, 4,5 часа, но не здесь ведь. Здесь, именно на этом месте, на этом стуле. Если я ее знаю, ну как играть не знаю. Понятно. Если только, может, кто-нибудь акапелла споет. Ну, это не так интересно. Так. Все, я иду спать. Давай последнюю песню, я тоже пойду спать. Спасибо вам огромное. А, я уже... Да, уже пятый час. Близится к концу моего тут это самое председательство. Поэтому я вас покидаю. С днем рождения. Я не буду закрывать эту вечеринку. Кто хочет, пожалуйста, пойте друг другу. Это была твоя идея. Это была моя идея. Да. Вечеринка продолжается, можно сходить. Пожалуйста, можете до завтрашнего вечера еще сидеть здесь. Вечеринка БГ продолжается, да.